Так, сейчас каждый из вас получит один листик с текстом. Вы можете с ним взаимодействовать, как вы хотите. Можете на него мычать, можете его произносить. Если произносить, мне, в принципе, нормально. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Выступление начинается. Мы попали в реальность, которая не терпит сослагательных. Мы попали в реальность, где мир стал мюр. А мир – это мюр, а мюр – это мир. Да нет, мир – это когда всем светло. Когда всем по-настоящему. И если какая-то уебина, блядь, подойдет ко мне, блядь, и говорит мне, будет, блядь, плохом, блядь, я ее уебу нахуй, блядь. Уебину, блядь. Уебу нахуй, блядь. Потому что я профессиональный боксер, блядь. И я уебу эту уебину. Можно читать. На Земле-то появилась одна очень интересная тенденция, потому что возник город малышей, маленьких людей, карликов, почти не видевших же насекомых и разных сверушек, и в разных они были небольшого росточка и жили в окупне разной, возились, и даже если проезжали там трактор, автомобиль какой-то. Они не прятались, эти маленькие, малыши, человечки. На Земле появились очень интересные тенденции, потому что город малышей, маленьких людей, карликов, почти видевших насекомых и разных зверушек. И в разных. Они были большого роста. Жили. В лопухне разные возились, и даже если приезжали там трактор, автомобиль какой-то, они притягивались, эти маленькие жители изумрудного города. Малыши-человечки! Yeah.
Они были небольшого росточка. Спортивные сооружения. И жиропухневы разные. Мои были. Возились и даже. Спортивные сооружения. Руки мечты. Yeah.
Большого росточка и жили в лопухне в разной Василии.